а море еще теплое. Но в нем совсем не то бурление, что летом. Плюс 20 – недоступная отметка для тех, кто любит августа бульон. Над городом витает легкий джаз. Я так люблю сентябрьский милый бархат, когда курорт созревшей дыней пахнет и рвется ввысь свободная душа. С главной сцены города-курорта звучали стихи об Анапе и Краснодарском крае. Поэтов и артистов встречали по курортному тепло. Казачьему хору многие подпевали. Похожую картину можно было наблюдать по всему муниципалитету. Дом культуры «Молодежный» приготовил примерно полуторачасовой концерт. У них есть свой постоянный зритель – жители микрорайона. Зинаида Шилина на празднике с подругой. С утра сходили на море, на ярмарке купили сувениры. За неделю мы уже готовились, наряжались. У нас всегда хорошо отличается. Очень весело и очень хорошо, что конкретно вот всегда у нас кубанский хор. Казачьи песни петь не просто, рассказывает Александр Калимухин. На сцене он в самом центре. 5 лет выступает в ансамбле «Звонница», который базируется в детской школе искусств. Они намного сложнее, они душевные. Некоторые песни очень сложные, потому что у них высокие ноты. По словам Александра, пение – это хобби. Он планирует стать инженером-робототехником. Сегодня юным жителям курортного города доступны самые разные возможности для самореализации. Пожалуй, один из главных результатов, достигнутых в составе Краснодарского края.